Как это? Парень в меня влюблен? Да, с прошлого года. Да ладно. Милый парень на самом деле. Милый, конечно. Раз влюблен меня с прошлого года, почему не говорит со мной? Я поговорила с его братом. Он стесняется. Ой, бедненький. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Хикмет? Хорошо, Мюжди, как у тебя? Смотри, моя подруга, Арзу. Я знаю ее. Из школы, да? Здравствуй. Знаешь, конечно. О чем это я? Здравствуй. Здравствуй. Хикмет, что делаешь вечером после работы? Домой иду. Может, этим вечером погуляем? Пойдем к рельсам. Хочешь с нами? К рельсам? Какая глупость. Ты что говоришь? Мы же тебя зовем. Хорошо, я приду. Супер, тогда вечером увидимся. До встречи. До встречи. Где же он застрял? Только вышел из магазина, скоро придет. Хороший человек, к слову, приходит. Как дела, Мюжди? Хорошо. А ты как? Хорошо, а ты? Хорошо. Который час уже? Я побежала. Ты куда? Домой? Дел много. А вы пообщайтесь. Пойдем к путям. К путям? Пойдем. Ты что делаешь? Что это значит? Арзу, ты неправильно меня поняла. Я... Что ты? Не знаю. Хикмет, я тебе не нравлюсь. Что? Откуда это взялось? Как так? Ты не говорил с братом? Он сказал, это Мюжди. Клянусь, Арзу, такого нет. Видимо, пошутили. Пошутили? Ты что, издеваешься надо мной? Разве можно? Я не издеваюсь. Я покажу тебе, как издеваться надо мной. Арзу, я не виноват. Над собой издевайся, идиот. Арзу, урод. Ах, Рахмет. Ах. Это здесь. Хорошо, иди домой. Мы сейчас сделаем все необходимое. Вперед. Теперь ты увидишь, как со мной связываться. Где Хикмет? Где он? Я покажу ему, как обижать мою сестру. Одну минуту. Что происходит? Что вы хотите? Ты кто такой, а? Одну минуту. Я брат Арзу. Иди сюда. Иди сюда, гад. Иди сюда. Стой. Иди сюда. Иди сюда, гад. Куда ты сможешь убежать, парень? Как дела? 25 минут и 30 секунд. Ты правда решил все задания? Разве это вопросы? Если даже еще дали бы, я бы их сделал. Вообще-то, нужно еще кое-кому сдать экзамены. Я поговорю с ними.
Смотри, чтобы мы бандой не стали. Это не брат Арзу? Он самый. Твой гаденыш связался с Арзу. Передай ему, я его убью. Если я его увижу, я его убью. Что значит связался? Подкатывал к ней. Ты неправильно все понял. Хикмет такого не делал. Раз я не могу его найти, тогда решим все с тобой. Мы очень хотим кого-то избить. Да не глупите вы. Отойди. Твоя Арзу только с Хикметом и не связывалась. А на него она клевещет. Ты что говоришь, а? Не делайте, не делайте! Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.